Сегодня у нас 27 сентября, крест воздвижения. Вот привезли березки, для, чтобы можно было для лак. Для сегодня Сергей приезжает урагана забирать. Ага. Посмотри, как мы будем прощаться с ним. Радости-то сколько? Ой, ой. Хозяин приедет, так, а? Ой. Подожди, я включу тебя. Подожди. Ну-ка. Никак не открывается. Ой. Пошел. Ну, Рогач. Пошли, блядь. Ему ехать домой. Шариком пойдем прощаться. Пилу не забудь оставить бензином. Бензин-то есть? Ладно, в разбор. Любовь. Я тоже люблю. Ну давай. Машина! Пошел. Может, его с собой хорошо. Надо было в лес брать, таскали бы на него. Зубы прочистить надо. Ай. Да какую же жертву несет. Его надо было с собой в лес брать. Аж курил бы половину. Ну все, пошли. Таскал бы нам эти березки-то. А в городе-то что там? В городе-то тебе там ничего не будешь. Задохнешься в комнате. О! Ну-ка давай. Прощаться с шариком идем. Ну-ка. Чем ближе, тем меньше воплют. Хорошо.
проверять. Той стороны. Ой-ой-ой. Хороший шар, хороший шар. Он, смотри, сейчас метить у него будет. Видишь? Вот что делает Дана. Нигде не находит места. А тут нашел. Много. И шарик уже не лает, ничего. О. На мировую идет. Вот так, гляди, как он. Так, стоп, что это такое? Так. У этого тоже своя канистра. Да. Ну. Он чашку опрокинул с водой. Все. Ну-ка давай. Прощайте, прощайте. Ну. А уж этого шарик не потерпит. Шарик около самой конуры беду сотворили. Еще коту сбросил. Как шерсть прям дуб. Поводок аж дрожит вот так вот. Охота ему его побороть. Ну кого бороть-то? Это разная весовая категория. Тот пошел метить там траву. Так, этот по-черному оправился. О, шарик, загребай теперь всю эту вещь. Он еще не найдет где. Пошел, пошел на запах. Так. Так. Еще раз. Это вход в кабинет у него там. Личный кабинет. Ну что, твои это отходы-то? Ну прощайтесь, пообнимайтесь. Друг друга по спине погладьте. Ну. Что, хороший шарик. Шарик. Это думает, как бы мордой в грязь не ударить. Не лает. Когда здесь не лает. Только если может. А у тебя ножки-то сварил? Да. А что не дал? Ах ты. Вот тут и посмотрел. Шарик хватает ножку, в конуру спрятался и оттуда смотрит. А оттуда этот конуру не лезет. Почему он может тяпнуть? Ой, бедный из мощи залез. О, струйную печать ставит. Вот разожми его. Что он делает, Саня? Ну все, ураганчик, пошли. А вон моя кошечка сидит, Буска. Буска хорошая кошка. Ну-ка, посмотри. Она уже не боится. Не боится. Брат, принеси ножки, пожалуйста, сваренные овечьи, там в кастрюле. Прямо сейчас. Ну, все неси, какая разница. Не, в ведре. Теперь пошли прощаться с болящей. Два месяца чесует. Чесует, то есть помирает. И ничего нельзя сделать.
Его паска полюбила. Коварная собака. Буска. А, буска. Белая. Вот, у этого главная чашка. Залезает. Белая где? А вот оттащить себя от чашки он не дает. А вот шариковая чашка не побрезгуешь, а? Старообрядец. С мирскими-то не коньянами нельзя подизнаться вам. Все. Пошел туда. Где не мешают. Ну пошли. Смотрите, пошли. А шарик возмущается. Шарик увидал чашку. Ну-ка пойдем. Шарикова, именная чашка. Шарик, он взял чашку-то твою. Потерпит, да? Ну ладно, бери чашку, пошли. Все, вот. Вот. Давай, на место. Вот так. Глянь, кошка-то нырь, погреб ушла, не выдержала. Буска, где она, буска? Буска где? Вон она где, глянь, выглядывает, видишь? Угу. Он как оперлась рукой, вон она где. Шипит, а сама выглядывает. Выглядывает она, сидит вон она. Вот погляди, где у нее уши торчат. Буска. Ну она пошли, будет. Все. Шарик бросался на кошек, а сейчас нет. Все-ка, пойди познакомься. Познакомься. Белая он познакомилась. Сонные захватили. Дураки, попортили собаку. Ну все, пошли. Иначе она еще? Ну ладно. Что тут такое? Подожди. Ну и что? Я принес. Ножки принес. Ножки? Да. Так, это, подожди. Шарику одну ножку надо дать. Подожди. Держи крепко. Идем. Хоть две. Я дам шарику, ты посмотришь, как он. Так, а там пол ведра крови, да? Чашку таскает, а там смотри, береги чашки. Пойдем. На пол льется. Тут осталось на чашку одну. Подожди. Шарик есть. Сейчас. Ну? Не идет. Не идет, не берет. Шарик, на.
куда? Куда? Как фокусник из руки был. Чё ты руку не откусил, а? Как фокусник. Чё там говорить? Ага. А тот грызет скорее ножка баранья, а это запекшаяся кровь. Смотри, как он ее берет. Да. Барашка брежет. Негигиенично ест. Алекс, скорее доедай, пока не забрал у тебя ураган. Доедай, смотри, кровь. Это барашкины кровь. Кровь баранья спускает. Ешь давай, ешь. На ножку смотрит. Ну-ка, шарик, дай ножку, ножку дай. Вот интересно, подойдет он к нему или нет? Смотри, как он еще. Шарик. Шарик. Даже не глядите. Закон. Никак уж не поделаешь. Ну все тогда. Все, пошли. Там ножки, ножек больше нету? Есть. Есть. Ну мне одну можешь ждать. Подожди, а. Ты сам вон туда, подожди. Вон туда, где Володя стоит, подожди. Подожди, иди к шарику там рядом, брось. Подожди. Вот, иди. Сюда, 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 не бросай. Вот сюда, шарик, 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 куда? Шарик, иди сюда. Брось на пол. На пол надо было бросить. Вот он как. Все. Все, уходим. Да. Этому-то можно дать, там еще шесть ножек еще. Шесть ножек, ну теперь что, пускай. Точно. Антон, может оставить их? Все равно его забирают сегодня. Я знаю. Так ему оставить это ведро? Ну, оставь. Зачем ему идти? Около двери здесь поставь на пол. Все, уходим. Здорово. Нас ждут. Скорее. Отдохнули маленько. Ну-ка.
сейчас его буду привязывать, как он опять завоет, неохота. Сейчас Сергей Павлович приедет, хозяин. Чиновник настоящий. А ураган – чемпион России по защитно-караульной и общей подготовке. О. Упался в Тихом океане и доехал до Атлантического. В Черном море, в Каспийском. Ну, все проехал, и север. О. Ну что, что такое, а? Все. Бессловесная скотинка, не может сказать, но кричит прямо, видно, что тоска. Так ее чурку, вот так. Все. Хорошо. А ну-ка. Голос. Ураган. Сидеть. Сидеть. Какой сидеть? Ему интересно лаять. Пошли.